Грунтов, конечно, представлено огромное количество на любой вкус и цвет. Так, это тировита. Пользовались, мы не пользовались тировита, но потом все испортилось, конечно. А, так это еще такие сыпучие всякие штуки. Угу. Цветочный универсальный. Так, это не он. Вот он. Ну, тоже, конечно, для пойдет для наших любимых глоксинина. Очень маленький объем, что-то на два горшка здесь. Чего только нету. Земля садовая. Грунт. Огородник универсальный. 446. Агроперлит. Сколько он? 70 рублей. Агровермикулит. Я только в этом году продала 2 мешка. Там сколько? 75 литров, что ли, было. Еле-еле продала. В свое время купила их. 3 или 4, уж не помню. Пользовалась. Потом еле пристроила их. Вот. Так, сколько он тут стоит? 7,6200. Фаска. В общем, грунт. Там тоже что-то грунт. Какие хочешь. Для любых цветов. Знаю, девочки многие в крепыш сажают. Все прекрасно растет, шикарные цветы. У кого что есть, тот в то и сажает. Так, мячность. Буськи очень хорошее удобрение, конечно. И сухие, и мокрые. Вот почва брикеты, но я ими не пользуюсь, конечно, потому что, ну, что тут на 1-2 горшочка. Цена какая? 73,42. Для фиалок тоже какого только грунта нету. Так, 37. Вот, огромное количество почвы брикетов. Огромное количество. Так, сколько? 119,79. С гидрогелем. Но это не наш вариант, конечно. А может быть и сажает, не знаю. Так, здесь 96. Так. Разные объемы, разные цены. Так, вот таким вот Гринволдом я пользовалась прошлой сезоны. Очень хороший питательный грунт. Он сейчас, конечно, очень дорогой. Так, еще посмотрю, что с этой стороны. Так, еще тоже. Ну, низинный, это не наш вариант. А, так, вот 70 литров есть. Сколько цена? Это не то, не то. Вот он. Да ладно. 414,700. Нет, нет, спасибо огромное. Ничего себе. Вот таким, знаю, девочки пользуются. Ничего себе. Вот я
Ой, на букву лохушка. Тут, оказывается, все продается. И так дешево я понабрала. Ну ладно. Теперь буду самоедством заниматься. Денежек жалко. Тавита. Вот жалко, торф и фаска нет. Тоже там, по-моему, по 100 литров был, да? Прошлый сезон я его мешала с Гринвелдом. Очень хороший. Так, цветочный. Так. 10, 10, 10. Все, уже подготовка к Новому году у нас идет. Ой, там игрушек море целое. Так, это что такое? Ому, удобрение. Ой, для чего только нет овощей, капуста, картошки. Кора мульча даже есть. Вот рай для архиманов. Грунт есть. Так, песочек. Песочка, что ли, взять? У меня же кактусички есть. Агропесок. Я, правда, не знаю, что такое агропесок. Литр. Здесь 0,7 литра. 26 и 18. Возьму один. Так, сколько он стоит? Мох, 29 рублей, так, 51 кора. Ну все, сейчас мы расплатимся, поеду домой. В этот раз набрала не очень много, конечно, всего. Магазин шикарный, очень люблю его. Он находится, ну не совсем на въезде в Березовский, конечно, Березовский тракт 7, там в кармане напротив Березовского привоза. Все, магазин клевый.